Всем-всем приветики. Приветики, да, всем приветики. Нам подарили вот такой вот интересный мячик. Он вот как с прорезями, с такими и пупырышками. И в него, как объяснили мне, я бы сама, честно говоря, не догадалась. Нужно вставлять лакомство. И типа вот собачки будут отсюда доставать лакомство и тем самым чистить зубки. Ну вот я лакомство вставила по всему диаметру, периметру. Вот сейчас попробую дать. То есть первый раз у нас такая игрушечка. Тут дырочка, можно смотреть в подзорную трубу. Фигуся, Фигуся, я тебя вижу. Донечка, Донечка, ну-ка. Где мои девочки такие? А мальчишка что-то не идет. Милочка, я тебя вижу. Как в подзорную трубу. Ну и что? Кому-кому только одному такой вот интересный мячик. Это не фигня какая-то, мать. Ты что дала? Ты что дала нам? Не пойми, что. И что, никого не заинтересовало? Никого не заинтересовало? Нет, Милуся что-то... Милуся вон заинтересовалась. Скажи, что-то странное какое-то. Что-то какое-то странное, да? Что-то как-то они... Вяленько вроде чем-то пахнет, да? Вигусинка, пахнет, скажи, что-то. Но как достать? Как это достать? Как забрать оттуда? Непонятно. Это сказали зубками выгрызать и будете зубки чистить. Такую игрушечку нам подарили. Сколько сейчас всего для собачков делают, для кошечек? Прямо тьма всяких разных развлекаловочек. Вот и Гуся пытается что-то там достать. Да? Любопытно? Скажи, любопытно, но непонятно. Пахнет вроде бы вкусненько. Но что это? Зачем это? Как это, да? Скажи, как мне зубками оттуда это все достать? Очень непонятная штучка, да, скажи? Я пока в ней еще не разобралась. А эти рядом наблюдатели скажут, посмотрим, как у нее получится, посмотрим, да? Наблюдайте. Бегуся, скажи, мать, ты что, издеваешься? Дай просто лакомство, и все. Зачем издеваться над нами? Бегусь, сказали, что это для чистки зубков. Типа, каждое утро все люди чистят зубки, и собачки должны чистить зубки. Вот, лапочка ее, лапочка. Ее хвост какой мазит. Наш беременяш. Заинтересовалась прямо. Что-то необычное и очень странное. Скажи, посижу я отдохну, теперь пускай молодежь поразбирается, да? Милуська пусть поразбирается с этой непонятной штукой-дрюкой. Ну вот, такой вот интересный шарик у нас теперь еще один. Скажи, вкусняшки вроде бы торчат, но как их доставать? Непонятно. Совсем непонятно, да? Ну вот, всем желаем хорошего настроения, хороших покупок и много вам подарков, чтобы вам тоже дарили подарки, хоть маленькие, но приятные сюрпризики, чтобы мы все получали. Да, кабанчик мой, поросеночек мой. Тяжело стоит, тяжело девчонки стоят. Хорошего денечка всем, всем удачи и пока-пока.